На Магнитке завершается ремонт кровли местного детского сада. За 34 года крыша превратилась практически в решето, но уже сейчас ее не узнать. Работы строители выполнили по новому современному проекту. Плоская кровля стала каскадной. Сегодня на объекте побывала специальная комиссия и убедилась, что у воспитанников дошкольного учреждения появилась надежная крыша над головой. В прошлом году из-за капризов погоды это дошкольное учреждение, которое посещают десятки юных жителей Магнитки, приходилось несколько раз закрывать. Любой дождь за окном превращался в настоящее бедствие в группах. Огромная благодарность, конечно. Работы стартовали еще зимой. Была подготовлена проектная документация, проведены конкурсные мероприятия. И в апреле месяце приступили к ремонту кровли. Значит, на сегодняшний день к большим ливневым дождям кровля была уже на месте и проверена вот этими ливневыми дождями. Выполнено на отлично. Лидер местного отделения молодой гвардии «Единой России» приехал в 55-й детский сад, чтобы лично оценить масштаб и качество работ. Кровля-то на 100% уже заменена, и все работы проведены. Уже все даже как бы на влагу выставлено. Рабочие провели капитальный ремонт крыши, заменив ее на каскадную, выполненную по современной технологии. Это детский сад, один из немногих в городском округе Первоуральск, где кровлю укладывают по новому проекту. Опыт оказался очень успешным. Во-первых, работы можно проводить не только в летний период, я имею в виду ремонтные, но в течение всего года. То есть даже зимой, если позволяет погода, устраивать стропила и, значит, их обшивать. Вот, поэтому вот уже у нас получается, вот этот детский сад, он уже четвертый, который по данному проекту отремонтирован. Все работы обойдутся бюджету в 1 800 000 рублей. Деньги подрядчик получит после того, как полностью сдаст объект. Дмитрий Муштаков уверен, эта сумма не будет потрачена впустую. Решил принять участие в приемной комиссии для того, чтобы проконтролировать, как дети будут находиться, да, в помещении. И вот раньше говорят, крыша текла, детский сад закрывали несколько раз. Да, и вот сегодня мы видим такую обновленную новую крышу, абсолютно полностью переделанную. Вот я думаю, что крыша прослужит много-много лет. Ремонту крыши рады родители воспитанников детского сада. Теперь им больше не нужно бояться капризов погоды. Мы очень рады, что крышу отремонтировали наконец-то. Стало красиво, уютно. Ну и детям нравится, и родителям нравится. Спасибо большое, что все-таки сделали нам ремонт. Помимо этого, в 55-м детском саду отремонтируют группы, которые пострадали от потопов. В следующем году дошкольное учреждение отметит свой юбилей – 35 лет. Эту дату оно встретит в полностью обновленном виде. Юлия Томилина, Денис Храмцов. Хроника дня.